Думает, что у меня не движется ничего. Бела, не толкай меня. Бела! Самые красивые кадры были, когда они все тут сидели. Все, все спать легли. Сейчас, наверное, писать будет. Все. Кот, ты что там, морской узел развязываешь, что ли? Тоже красивые сидим. Да вас-то что снимать? Красота. Ну, папа у нас. Папа у нас строгий. Бум. На кота лезет. Дай мою игрушку. Типа... Да, правильно, правильно, правильно. Так вылазь оттуда, вылезай. Поддержи. Ух ты. Ух ты. Да, конечно. Вот такой какой-то строгая. Кот такой здоровый, блин, вообще. Они такие маленькие на фоне его, слышишь? Угу. Он особенно... Барся, не, Барсюша, ушко только можешь полезать, да. Барся, только ушко можешь полезать. Что-то куда, блин, забирается подозрительно. Ладно, вот так. Хвостиком, смотри, хвостиком виляет. Тут лег. Это может еще перед праздниками так сделали. Вылазь. Что ты там заперлась-то? Сейчас, мне кажется, начнут распродажи делать. Угу. Народ-то деньги все потратил. Они сейчас... закончились с распродажи как раз. 50% мам в ритуале было, вот до 31. Ну я знаю. Как усатый нянь смотрит. Бум. Поймал. Этот когти-то выпускай, эти, убирай свои. Барся. Дурак, что ли? Сейчас я по башке-то огребуешь. Ну, прикольно с ним, конечно, слышишь? Лежит такой за ними, наблюдает. Как мягкая игрушка, блин. Пошел, слышишь? А, это на него. Типа, сиди туда. Шустрая, слушай, вообще. Такая классная. Наглая такая. Как Салли. Мама, что это такое мне мешает? Опять что-то ей там мешает. Так, хлоргексидином, я обработаю. Что ты еще лежишь? Я бы уже напугалась, давно бы сбегала. Кот такой вообще развалился. Похоже на кота обычно, пока что-нибудь там выскочит. Семечек, что-то такое. Кички ищет. Пытается, все, пошел.